Сегодня мы займемся закаткой компота из винограда на зиму. Для этого нам необходимо виноград, черный, можно другой, сахар и емкости для закатки. Ну и вода. Первым делом мы помыли бутли и высушили их, и теперь будем размещать в них виноград. Количество винограда зависит от того, насколько вы хотите, чтобы ваш компот был темный. Вот чем больше винограда, тем темнее будет компот. Вот я положу примерно третью часть банки. Равномерно распределяем наш виноградик по всем бутлям. Перед этим виноград мы дважды помыли под водичкой проточной, ну и, соответственно, размещаем его по банкам. Когда виноград мы распределили, на следующем этапе мы заливаем его кипятком. Кипяток лить желательно, чтобы на ягоды, чтобы наша банка не треснула. Аккуратненько, не спеша, заливаем полностью весь бутылечек. Вода должна быть обязательно кипяченой, обязательно горячей. Когда мы зальем полностью наш бутылек, мы накрываем его металлической крышкой, и он у нас должен так постоять, виноградик с горячей водичкой, примерно 10 минут. Если чуть больше, это винограду не навредит. Доливаем наш кипяток. Готово. Ну и накрываем его крышкой. Вот таким вот простым способом мы поступаем с нашими остальными банками. То есть заливаем их кипятком. Когда 10 минут прошло, наш сок выливаем в кастрюльку. Ждем, пока он закипит. Добавляем к нему 150 грамм сахара на 1 бутыль. Хорошенько перемешиваем, чтобы сахар растаял. Так вот проверяем. Виноградик у нас остался в банке. Мы слили один компот. Так, перемешиваем. Он у нас продолжает кипеть. Это тоже обязательно. Мы пока не выключаем его. Ну, если сахар растаял, можно уже его разливать в баночку. С помощью поварёшки или как вам будет удобно, выливаем наш сироп кипяченый в банку. Мы уже закончили разливку нашего сиропа. Накрываем крышкой и закатываем. Так, наш компотик готов. Мы его переворачиваем на ночь и кутаем что-то тепленькое. Утром уже, как видите, наш компотик готов. Светленький, красивый. Можно размещать его в погреб и ждать зимы. Всем приятного аппетита!